Министру внутренних дел по Татарстану Асгату Сафарову глава российского МВД Рашид Нургалиев объявил выговор. На экстренной коллегии ведомства он заявил, ответственность за ЧП в дальнем в равной мере лежит и на самих преступниках, и на коллективе. Нургалиев напомнил, что в Татарстане в прошлом году в ходе акции «Народная аттестация» в адрес органов внутренних дел поступило 1500 обращений. Две трети носили позитивный характер, но были и негативные. Пришло более 300 сообщений о нарушении законности со стороны полицейских. Министр призвал проводить самые тщательные проверки по всем подобным обращениям граждан, о результатах сообщать всеми возможными способами, в том числе и через СМИ. В самом дальнем пройдет новая аттестация абсолютно всех сотрудников отдела. При этом их еще и проверят на детекторе лжи. У меня с самого начала не было никаких сомнений. После того, как я ознакомился с заключением судебно-медицинской экспертизы о виновности, причастности, точнее причастности к совершению этого преступления моих сотрудников. Следствие ведется, я думаю, что в ближайшее время там все точки над «и» будут расставлены. Что касается изнасилования, ну я сейчас сказал, значит, этот факт должен будет, этот факт определяет только, значит, решение суда. Меры, которые первоочередные меры по факту убийства Сергея Назарова, они были приняты руководством министерства адекватные, и сейчас они находятся в стадии активной реализации.